Всем привет! Сегодня играем в игрушку H1Z1. Ну или Z1 Battle Royale, она еще называется. Король убийств. Это онлайн игра. Шутер от первого лица. Но меня в него пригласил один мой друг. Мы с ним поубились немного. Так, ладно, играть. Тут есть режим Battle Royale. И есть режим, по-моему, против ботов. Сейчас проверим, я не помню. Игрушка 2018 года, выпущена на Daybreak Games Company. Так, скин, это не надо мне скин новый. Ага. А нет, это немножко не та. Ну, это Battle Royale, все правильно. Я сказал. Я немножко с другой игрой перепутал. Так, есть задания ежедневные. Так, играть. Давайте соло. За донат можно купить кучу разного скинов оружия. Сами оружие стандартное, но у них можно купить разные скины. Сейчас, ну, в первое время довольно популярная игра была. Сейчас разработчики на нее, как говорится, положили болт. Забили немного, перестали выпускать разные дополнения. Но в свое время она была довольно интересной. Сейчас довольно мало игроков играет в нее из-за этого. Все перешли в разные другие игры, типа PUBG, либо Apex. Ну, о ней тоже можно рассказать немного. Так, вот. Начали игроки собираться. Можно немножко подраться, побегать, прыгать. Так, есть инвентарь. Можно также и собирать оружие прямо в битве, если я правильно помню. Ну и сейчас начнем играть и посмотрим. Ну, типично нас скидывают куда-нибудь. 150 игроков. Это довольно интересно. На одной карте 150 игроков. Ну, тут в данный момент 46. Видимо, 4 их не успели. Другие игры не могут таким большим количеством игроков похвастаться. И уже он 6. 6 ушло. Так. Карта довольно большая, она будет также уменьшаться. Так. А, надо разобраться бы с управлением. Ну и по звукам уже кто-то воюет рядышком. Так, найти бы оружие какое-нибудь. Что-то вроде валяется. Так, патроны. Есть. Как дробовик, ага. Кеды. Ага. Порезать. Из вещей можно делать разные предметы. Так, второй дробовик. Тоже перезарядим на всякий случай. С дробовиком, конечно, не побегать здесь. Все-таки тут большие расстояния. Что такое? Шлем. Ну, нормально. Оп, пистик. Все уже разряженное. Соответственно,
после того, как подобрали, нужно его зарядить. Так. Броня, нормально. Так. Я почти оделся. Кепка. Давай-ка ее порежем. Тоже порежем. Так. Наверное, лучше другую взять. Ну-ка, выше что? А, так. Судя по звукам, тут где-то кто-то бегает. Так, безопасная зона ушла. Угу. Кто-то стреляется. И нам надо переместиться в безопасную зону. А, пока по дому бегал, уже половина игроков отсеялась. Ну, чуть поменьше, конечно, но все равно довольно много. Осталось 80 игроков. Постоянно кто-то да умирает, судя по логу. Я еще даже никого не увидел. Ну, я уже на 80-м месте. Супер. Так. Машинки вроде нельзя ездить. Надо в безопасную зону уйти. В принципе, времени хватает. Но лучше куда-нибудь переместиться поближе к центру. Тихонечко. Так. Что-то никого не видно. По звуку там кто-то есть. Пойдем. Так. Где-то же здесь стреляют. Так, что-то перестали стрелять. Не, вот, слышно. Так, где-то там. Вы не смотрите, что я так криво бегу. Это чтобы сориентироваться, слева или справа стреляют. Так, я кого-то вижу. Блин, далеко слишком. Есть, попал. А, на машинах можно ездить. Любопытно. Так, перезарядимся. Вон второй там, походу, бегает. Ну, это угнал он, наверное. Я ему хорошо засадил. Так, тихонечко надо тикануть. Это у них, походу, дальняя... по звуку он, да, он проехал. Ну, он проехал, соответственно, ничем не сделает. А второй куда делся? На розовой тачке. Ладно, пойдем дальше. Кто-то стреляет. Походу по мне же. Блин. А, вон сзади. Тихонечко спрятаемся. Дальнего оружия у меня нету. Блин, на тачке опять. А, блин, вон как он сделал. Можно было выпрыгнуть. Вот такая вот игра. В принципе. Так, я поднял несколько уровней. Дали мне штаны. Так, ну я с вами прощаюсь. На этом все. Всего доброго. До новых встреч.